Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Продолжаем мы прямую трансляцию из Егорьевска. Матч UFL 1. Мастер Сатурн против Строгино. Напомню, что в матче первого круга Строгино выиграл со счетом 4-2. Уверенная победа. Второй тайм, конечно, получился очень результативным. И Заботкин забивал, Богатов отличился, и Елисеенко снова забивал. И, в общем-то, вполне закономерная победа была от Строгино. Следует подача низом. А кто пробьет по воротам? Хороший пас! Выше цели. В итоге звучит свисток судьи. Следует подача с правого фланга, с левого фланга, скидка на дальнюю штангу, удар с близкого расстояния, молодец. Роман Аникеев среагировал. Хороший был момент. И неплохо, на самом деле, тут борьбу в воздухе. Не хватает моментов. Ой, какая ошибка здесь Строгино в обороне. Галимзянов. Галимзянов. Ну, очень сладко. Очень здорово, мастер Сатурн пытается всегда короткими передачами действовать. Правда, вот здесь проваливается в обороне команда из Егорьевска. Якова Солодянкина. Еще один момент! Забивать нужно! И мяч остался в игре! Мастер Сатурн убивает с ленточки. Вот это шанс от Строгино. Нужно было забивать. Сумасшедший момент. И еще один удар. Угловой. Мяч неприятно сейчас скакал по газону. Вот здесь рикошет. Дальше ногой играет Аникеев. И снова вынос. И удар сходу. Хорошая передача. Дальше можно пробить или сыграть во фланг. Что и сделал Яков Солодянкин. Удар! Мимо. Ну и к тому же положение игры еще. Смотрим повтор. Вот, да, Яков Солодянкин сыграл. Назад передача. Здорово! Без нарушения правил отобрал мяч Кирилл Першин. Першин сместился, пробил! И выручил команду Егор Мелехин. Да, красиво Першин. Во-первых, перехватил мяч. Во-вторых, переиграл оборону. Отличный момент! Здесь можно пробить! Пенальти, ворота мастер Сатурна. Еще и к тому же мяч залетел, но уже после свистка. Нарушены были правила против Ярослава Казакова. Ждем с вами повтора. Вот Казаков. Взяли его здесь буквально в коробочку и получил по ноге еще 17 номер. Также в нынешнем первенстве Дмитрий Крохин. Крохин бьет и забивает. Строгино открывает счет 1-0. Подопечные Владимира Бабушкина открывают счет. Ну что, начало положено. Я говорил про то, что... Ждем. Хозяев из-за боковой. Егор Завьялов. Передача в центр. Першин. Все низом. Здорово. На несмачного. Дальше в штрафную. А кто же совершит? Ай, какой момент сейчас мастер Сатурн не использовал. И Кирилл Першин. Проникающий пас. Дальше несмачный. Здорово! Под удар Галимзянову! Моментов очень мало мастер Сатурн создает, это факт. Здорово! Классная передача, выход 1-1, удар! Как сейчас Строгино не забивает, такой моментище! Ох-ох-ох! Ярослав Казаков, один из лучших бомбардиров Строгино, ну, казалось бы, есть и время, чтобы подумать. Мяч штрафная площадь, несмачный, удар рядом со штангой, какой момент мастер Сатурн не использует. Можно пробить, хорошая позиция.
Мяч штрафной площади, нужно забивать! И снова рядом со штангой! Какой проход! Всю черновую работу сделал сейчас Николай Алехин. Феноменальный момент. Ну просто всех обошел, а в створ не попал. Ну как же так? Егор Завьялов. Перевод налево проходит. А в атаке мастер Сатурн. Опасный момент. Удар. Передача. Где же выстрел? Продолжается атака. Завьялов бьет. Еще один удар. И еще один удар. Ну как же так? Артем Несмачный. Перевод направо. Нарушение. Причем еще одна желтая карточка, а не вторая ли это? Желтая, да, все верно. Удален. Владимир Павленко, да. Вышел на замену Владимир Павленко прекрасно, в кавычках. Одна из последних атак. Мастер Сатурна. Успеет ли Антипенко появиться на поле, непонятно. Можно пробить! Выше ворот и по канонам... Сейчас, конечно, Першин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это должна быть желтая, откровенно говоря. Но уже дан свисток об окончании матча. Строгино выигрывает со счетом 1-0. Остается на четвертом месте. Там повреждение получил футболист гостей. Дмитрий Крохин реализовал пенальти на старте второго тайма. И Строгино одерживает победу. А для вас... Этот матч прокомментировал Вадим Азаренко. Любите футбол. Услышимся в следующем сезоне юношеской футбольной лиги. Пока-пока.